что область – это закупки, а сфера деятельности заказчика – это предоставление банковского обеспечения для выигранных, для победителей, кто выиграл тендер, ну, соответственно. Какой вопрос? Это поиск необходимых победителей, которым требуется именно банковское обеспечение. Сложности какие, в частности, госзакупки, сайт делает вот такие вот вещи, даже не в выходные, а в будние дни, рабочие дни. Соответственно, было принято решение сделать отдельные базы данных, которые просто парсят этот сайт, когда он еще работает, делает, выбирает законы, выбирает ID, потому что ID нужен для того, чтобы делать HTML-строку для дальнейшего парсинга и поиска данных. Соответственно, в свободное время добавляет данные. И уже на самом сайте предоставляется небольшой интерфейс, который человек стремится. Есть база данных юзеров, выбор по закону, какое необходимо, время, то есть даже если сайт госзакупок лежит, можно просто вбить время, с какого по какого сегодняшнего дня. Дело в том, что госзакупки выкладывают данные, но выкладывают за сегодняшний день после 12 часов ночи. Ну, то есть все данные вчерашние, если быть на волне, быть тем, у кого достоверная настоящая информация, нужно лазить ручками по сайту, который иногда лежит и который трудности поиска данных. Соответственно, здесь уже можно вбить время. Если ты пришел на работу 8 часов, то просто сделал запрос, тебе выкатились все данные. А после 8 ты можешь просто вбить с 8 и по там, каждый час, например. После этого выбираем показать. Здесь вот есть возможность скачать XML, кому удобно, можно посмотреть уже непосредственно, уже по каждому закону, та информация. И информации много, но для этой сферы деятельности необходимо вот основные как бы данные. Ну, как бы, дел еще хватает, чтобы его развивать, нужно допиливать, доделывать. А что внутри есть? Flask, SQL Alchemia, сама базовая SQL Lite. Возможно, может перейти на другое, мне очень нравится. Parsing, Request, все, что было на лотах.